В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, ну все, приступаем к разметке. Все мы измерили, все посмотрели. Делаем теперь все как нам надо. Вкладываем наш вел 205 миллиметров. Так, тут еще такая проблема, надо еще откладывать, выбрать не кривой и все. Прямой. Видите, вы. Так, отсюда мы все отложим. Так, вложили. Ура! 205. Теперь снизу у нас кривая должно быть 250, у нас 290, даже больше. Ну все, внизу у нас хватает. Все у нас везде хватает. Так. С правой стороны у нас откладывается 8. С правой стороны 80. С правой стороны 80. Линия толстая, это 2 миллиметра, поэтому погрешность 2 миллиметра. Так, 80 и 45. Откуда займет у нас? 45 написано. 45. 45. Здесь тоже 45. Морозим линию. Так, 45. Ну, здесь у нас идет. У нас идет директриза. Директриза у нас идет. Так, директриза мы сейчас выведем. Так, директриза у нас вот она. Так, директриза вот она. Снова поведем. Как все эти машины бегут. Индикатор. Так. Так, вот наши бизигризы. Байсектор. Байсектор. Так, все. Остановка.
Так, ну вот, уже начало продвигаться это дело наше. Наше дело. Так, 110. Так, 110 вот у нас отчаяние. 110. Мы еще проверимся. 110. 110. У нас, конечно, уже посложнее. Видите, как намного. Намного посложнее. Это уже для такого середнячка. Уже умеет делать снимать размеры. Почему? Потому что здесь получается, что мы делаем сейчас вставку. А вставка это уже высший пилотаж, и даже не все здесь сможет. Вот. Ну и вот мы пришли к тому моменту, когда нам объяснять надо, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас вот будем откладывать вот эту вот линию. Вот эту линию мы сейчас будем откладывать. То есть мы вот эту правую сторону все перенесли. Вот, 110. Вот, отметили вот эту линию. Значит, это что, бисектриса? Но это бисектриса особая. Ее нужно найти. А как ее найти? Вот у нас есть наш угол ската. Вот он, наш угол ската. И мы его вот так прикладываем. Видите, как мы его прикладываем? То есть, вот это вот у нас линия, вот у нас линия. И вот эта линия. Вот. Вот эту линию передает. Понятно. То есть, фактически мы сейчас прикладываем вот наш угол ската. Наш угол ската. Вот он. Так. 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 Вот. А вот мы его прикладываем. Вот эта линия идет. Вот так находится бисектриса. А потом мы проводим бисектрису. Сейчас это все буду показывать. Можно, конечно, как сделать? Можно не париться, например, с этим делом. Приложить вот так вот. У нас же все совпадает. Такой вариант еще и ручки часто используем. То есть прикладываем вообще один к одному. Вот так вот. Все весь совпадает. Все совпадает. Вот. Единственное, что... Сейчас. Чтобы не скользило ничего. Таким зажимчиком заряжать. Вот так вот сейчас. Вот таким зажимом вот. Смотрим. Чтобы это все четко не бегало никуда. Все совпадает. Проверяем. Все совпадает. Попадает. Можно все откладывать. И прям по бумаге. Прям по бумаге. Мы сейчас поведем. Ну что, мы зря старались. Тем более мы все примерили, у нас все совпадает. Здорово же! Здорово. По таким способам делаются многие сложные вещи на кровле. Вот эти вложили все. Все перенесли. И вот эту линию мы сейчас перенесем. Вот точку реперную сейчас найдем. Вот она. И здесь у нас реперная точка вторая. Вот она. Все. Мы сейчас эту часть тоже перенесем. Здорово же. Здорово. Я считаю шикарно. Я считаю шикарно. Вот такая вам подсказка. Типс, типс, пальц, типс, я это называю, пальц, типс. О, вот, в этой линии нам очень нужна, это то, что я вычертил. Почему? Потому что по ней, мы от нее потом будем откладывать. Вот, будем от нее откладывать.
А вот эта линия, которая у нас была изначально, она нам не нужна. Она нас только будет вводить в заблуждение. И мы ее убираем. Вот. Ну и сюда мы что? Мы сюда добавляем. Вот. Сюда. Ну уже здесь уже понятно, тут 50 мы добавляем. 50 к этой линии. И к этой линии 50. Ну уже это все можно делать. Самое сложное мы уже установили. Остальное уже можно. Это наша часть сейчас, чтобы нам было понятно, что нам дальше делать. Так, ну и что, мы теперь все откладываем наши линии. Наши линии откладываем. Так, 30. Так, здесь у нас 50. Ставим перпендикуляр, вот что мы делаем. Ставим перпендикуляр. 50. Понятно, да, что эта складка высокая. Это высокая складка. Вот по-русски многим наименованиям еще нет названий. Поэтому слово называют по-фински. Воротник по-фински, но складка по-фински, значит. 50. И не стоит 50. И вот эта линия у нас. Так, это у нас 50. Поэтому, условно говоря, это все называем воротник по-фински. Мы понимаем вот высокую складку. Некоторые называют ее ковшовая складка. Да. На ковш похоже. Вот. Ну вот этой линии еще вкладываем 25. Это у нас вертикальная часть вкладывается. 25 мы вкладываем. Потом будем эти все линии сопрягать. Как сопрягать мы умеем, знаем. И для этого я придумал. Пальцы кава. 35. Так, подкладываем 35. Ну, так вот выглядит. Фактически в сбое. Наша. Так, немножко кривовато, да. Здесь сейчас ставим. Так, так будет правее. Чуть-чуть. Надо смотреть, вот. У нас все 2 миллиметра, поэтому такие искажения могут быть. Так, ну вот. Сейчас пометим. Так, ну пометим сейчас уже перманентом, чтобы не стиралось. Так, здесь у нас 25. А здесь у нас 50. Вот же контур. 50. Двадцать пять. Здесь что мы? Да, здесь у нас 50. 35. Мы можем и сверху 35 сделать. Это все зависит от того, чего зависит. От желания сделать
симпатичнее. Если вы делали везде 25-25, делайте 25. А если вы везде делали 35-35, так делайте 35. 25 для чего делать? Не 35. Можно 35, пожалуйста.